Полицейские отделы МВД России по Белоглинскому району отметили профессиональный праздник. В Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Ваша профессия – это одна из самых почетных и мужественных профессий, призванных охранять спокойствие, стабильность нашего государства и каждого его жителя. Именно поэтому этот день – общий праздник всей страны, сильной и великой России. Глава района Александр Коклин поздравил сотрудников отдела, поблагодарил за добросовестное несение службы, обеспечение общественного порядка, стабильной и спокойной обстановки на территории муниципального образования. Люди видят первого помощника, надежду и опору как раз в милиционере, в полицейском. Можно много и по-разному оценивать обстановку у нас в районе, но я ее расцениваю как стабильно спокойную и благодарен вам тоже за это. Кому, как не нам здесь, сохранять правопорядок, в первую очередь для себя, потому что мы в этом заинтересованы. С праздником вас, здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Поздравил коллег временно исполняющий обязанности начальника отдела подполковник полиции Игорь Сергеев. Нам доверено оберегать жизнь и покой людей, интересы государства, бороться с нарушением закона и порядка. Это непростая, ответственная и очень почетная миссия. Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг и сегодня. Гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, побеждает преступность, бережет честь мундира, является образцом порядочности и принципиальности. Глава района наградил сотрудников Белоглинского отдела МВД почетными грамотами за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе. Почетной грамотой главы муниципального образования Белоглинский район награждается Сергеев Игорь Владимирович, подполковник полиции, заместитель начальника отдела, начальник полиции МВД России по Белоглинскому району. На празднике чествовали ветеранов службы и действующих сотрудников памятными юбилейными медалями и нагрудными знаками. Памятным юбилейным нагрудным знаком МВД России 300 лет российской полиции наградить подполковника полиции Войнова Михаила Анатольевича, заместителя начальника полиции. Сотрудники поощрены почетными грамотами, благодарственными письмами руководства Белоглинского отдела и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. 20 человек награждены медалями за отличие в службе первой, второй и третьей степени. Медали МВД России за отличие в службе второй степени наградить капитана внутренней службы Саратову Людмилу Сергеевну. Двоим сотрудникам Елене Александровой и Алексею Каськову присвоены очередные специальные звания. Присвоить очередное специальное звание капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Каськову Алексею Валерьевичу, старшему уполномоченному отделу уголовного розыска отдела МВД России по Белоглинскому району. В перерывах между блоками награждения детские творческие коллективы посвящали полицейским стихи и песни. С вокальными номерами выступали и сами сотрудники отдела МВД. Ради жизни, ради мечты, каждый день без усталости ты, поединок с неправдой ступаешь опять. Долг и честь эту службу нести, быть преградою зла на пути, ради права.